сейчас будет magic. Магия. Магия. Ты должен нажать, наверное. Нет, мы должны считать. О, ничего себе, мы даже ничего не сделали. Представляете, мы приехали в аэропорт, а перед нами шлагбаум сам открывается, потому что мы забронировали здесь место, и он считал номер нашей машины, проверил, что нам можно заехать, и мы заехали. 5 утра, Юрий, поэтому я не удивлюсь, кто что закрыл, кто не закрыл. Мы приехали в аэропорт, потому что мы летим в Лос-Анджелес. Ребята. 2Б. 2Б, да, запомним, запоминаем, где мы тут оставили машину. Это наш автобус в терминал, я так понимаю. Представляете, никого кроме нас в автобусе нету. Да? Да. Обалдеть. Вот это да. Всем доброго утра. А я говорю, время заложил, что мы будем автобус ждать. Мы вышли. Да. Пока все хорошо начинается. Гоша хочет поприветствовать вас. Вам привет передают наши дети. Да. Мы все вместе летим, если что. Мы приехали вместе, похоже, с нашими стюардессами. Терминал. Летим Аляской. Это что такое? Снежинки? It's art, говорит Лёша. Говорит, это искусство, мать. Like it, да, красиво. А, тепло, да, здесь? Алёша, сейчас мы... О, ничего себе, это иллюзия прям. Круто. Крутится, как будто часы. Like да, часы. Смотрите, я не знаю, вам видно или нет, но она меняется во времени. Какие-то скульптуры прям. Я что-то первый раз вижу. Или мы здесь не были внутри? Ты же был? А, мы не летали из этого аэропорта. У нас отдельная линия здесь для входа, потому что у нас там какие-то VIP эти. Карточки есть специальные. TSA причек. Здесь все остальные идут. А мы вот сюда. Мы так быстро прошли, да? Проверку вообще. Ничего не снимали. Просто багаж поставили на скан. И все. Я тоже в кофте. И главное, в кроссовках. Все, никого не разули. Максим, правда, снял ремень. А, слушай, да, обычный. Да, я вижу, вижу. Босиком ходят. Да. Симпатичный аэропорт. Смотрите, смотрите, какие тут эти украшения. Что, по Trader Joe's или что? Trader Vic's? Ну, может быть. Но не похоже. Вот, видишь, у них тоже какое-то индейское кафе. О, какая очередь Starbucks. Ну, конечно, в 5 утра. Какая же еще должна быть очередь Starbucks? Пиц кофе не открыт еще. Да, да, да. Да, Fast Line. Вот, да. Нету, нету, к сожалению. А, Чик-фил-э, кстати говоря, по воскресеньям не работает. У них такая политика. Да. Я думаю, что мы позавтракаем в Лос-Анджелесе. Нам лететь всего час-полтора. И мы там позавтракаем. Будет как раз 8:30. Посмотрите, здесь есть зона для того, чтобы собачки могли пописить. И написано, уберите после своей собаки. Обалдеть. Ну, не только собаки, наверное, и кошки. Юрий Алексеевич сейчас вам расскажет историю. Да мы просто решили. Я просто подумал, что как мы раньше ездили на машине 7 часов до Лос-Анджелеса, но это без остановки. Угу. Все равно еще остановиться где-то, пообедать, там, в туалет сходить. И получается, еще. Да, плюс пробки бывают. 9 часов можно ехать. Да, 9 и 10. Ну, в общем, получается, что выезжаешь утром и поздно вечером только там добираешься до отеля. Угу. И получается, мы бы ехали один день ехали бы туда, потом день в Universal Studio, и потом день еще едем обратно. То есть из 3 дней 2 выпадают просто на дорогу. Угу. Поэтому решили, что 1.5 часа на самолете гораздо
интереснее. Да. И не надо ехать, ну, в смысле, за рулем столько времени. Да. Билеты не очень дорогие, на бензин тоже бы ушло долларов под 200, наверное. Ну, я бы сказала, может быть, даже побольше. Да, ну, у нас не очень прожорливая машина, но все равно удобство важнее, да. Поэтому взяли парковку вот здесь в аэропорту. Значит, расходы, получается, парковка в аэропорту $50, билеты примерно 700. И аренда машины. Аренда машины что-то около 150, что ли. Угу. Вот. Вот и все. Значит, прилетим. Мы утром сейчас прилетаем туда, там берем машину, угу. И у нас есть 3 дня. А потом... Вечером. Потом вечером назад, да. Вторник, да, мы возвращаемся. Угу. Да, да. И никаких очередей. Пошлите, мальчишки. У нас группа F. Сказали Fantastic Fabulous. Пойдемте, Fantastic Fabulous. Все группы, короче говоря, ну, начинаются на какую-то букву A, B, C, и она придумывала всякие разные. Delicious Donuts, например, на букву D. Какой-то Coffee Lovers на букву C. Мы сели в самолет, у нас вот так вот места. Передайте всем привет, Юрий. Маленький такой самолет. Мы прилетели в Лос-Анджелес, 40 минут всего летели, зато теперь стоим, ждем гейта. Нас еще не подогнали к аэропорту, поэтому полтора часа. Ну что, добро пожаловать в Лос-Анджелес. Здесь облачно, солнышка нету, хотя должно быть тепло сегодня. Нам пришлось сдать нашу ручную кладь в багаж, потому что очень маленький самолет, и когда мы загружались, уже не было мест на полках. Но вот один чемодан уже прилетел. Где-то второй катается, наверное. Вот он, наш второй. Ура! Так, ну что, на улице 18 градусов. Сколько время сейчас? 8 утра? По-моему, 8 утра сейчас. 8:30. Слушай, а вот это, наверное, шаттлы ходят. Нам надо до компании арендной доехать на каком-то вот таком автобусике и машину взять. Вот это наш автобусик. Сейчас мы на него сядем. Да, он сюда едет. Как тут шумно, ребята. Загрузились. Короче, тут ходят разные автобусы на разные арендные компании по автомобилям. И вот у нас только, как называется, Budget? Budget. Мы, короче, приехали в этот Budget. Это компания, которая сдает в аренду машины. Сейчас Юра получит машину и поедем тусить, завтракать. Нам дали машину. В этот раз мы не выбирали, мы просто сказали, что нам нужен полноценный седан. Или как он называется? Полноразмерный седан. И нам дали Chevrolet Malibu. По-моему, у нас никогда еще такой машины не было. Ой, Леша, ты немножко застрял. Куча Tesla в аренду. Ну, Tesla и нас уже не удивишь. Мы уже ездили на Тесле, и Малибу, вот Малибу, кстати. А, вот это наша, да, машина? Она? Ну вот C2. C2 же ты сказал? Да. Но здесь это не license будет, наверное. Наверное. В общем, нынче у нас вот такая машина. Сейчас мы даже загрузим в багажник вещи и поедем. Папа, зачем ты нас закрыл? Ты зачем нас закрыл, Юрий? Случайно. Сейчас куда-то поедем завтракать. Максим вчера выбрал 2 места. Сейчас определимся, в какое из них мы поедем. И поедем. Боже мой, что ж ты закрываешь нас? Что происходит? Она сама закрывается, я не знаю почему. Уж то автолог стоит. Автолог, да, стоит. Покажем вам немножко улиц Лос-Анджелеса. Это окраина, да?
не центр. Мы сейчас как раз в центр, да, около где-то? Аэропорта. Да, в центр поедем. Немножко в тумане, в дымке какой-то. Город. Но много пальм. У нас пальм меньше, да? Но тоже есть. А здесь же тоже, кстати, пальмы, да, они высажены специально. То есть они не сами по себе растут. Санта-Моника. Мы в Санта-Монику едем? Мы, в общем, находимся в даунтауне. Это что такое? Трансформеры на крыше. Смотри, здание как нью-йорковское, да? Да. Вот здесь есть небоскребы. Обычно в даунтаунах они есть. Ищем завтрак. Вон, смотри, паблик паркинг. Только я не вижу, сколько стоит. Интересно так, у нас паблик паркинги обычно... Поворачивать вообще? Не знаю, наверное. Да-да-да, вот по этой. Вот в общем, у нас они обычно несколько часов. Да, оно в отеле. Бесплатно. А тут нет, оно в отеле. The State Bar of California. Смотри, они рекламу прям печатают прямо на стенах. Смотри, там прям на, ну, или как накрашены, так кирпичики вон там. Мне кажется, так накрашено. Нет, ну понятно, ну в смысле, оно вот именно что по стене покрашено, а не на какой-то ткани. Меня вот это удивило. А, вижу. Вешают, вон там вот, где iPhone, ой, как этот, Samsung. Да, так же не нарисуешь это, то есть чем-то печатали. Ну да. Так, мы идем в какое-то кафе. Фиг называется, фиг. Вот смотри, тут уже архитектура прослеживается, скульптуры интересные. Бомжи на остановках, все как положено. Лос-Анджелес, он такой. Здесь смотрите, какая очередь в какую-то кафешку. Но мы идем не в нее. Надеюсь, в ту, в которую мы идем, такой очереди не будет. Кафе где-то, по-моему, наверное, может быть, вон там, наверху, да? О, тут приличное кафе, похоже. Вкусно пахнет кофе. Классно, красиво. Нам обещали сейчас столик дать. Попросили подождать. Смотри, Максим, какой мужик тут рядом с тобой. Смотри, какие стулья. Ну, такие кресла, как я бы сказала, в клетке. Все такое металлическое здесь. Это, в общем говоря, кафе внутри отеля. Смотрите, какое здесь симпатичное оформление. Прям смотри, Юр, в наших этих цветах кухни. Блин, я тоже хотела показать. Красиво как. Ну так заказывай. Нам быстро очень дали столик. Просто, может, мы разное что-нибудь заказываем. Ну давай возьмем разное. Кафешка маленькая, но очень уютненькая. Мы заказали еду. Сейчас нам что-нибудь принесут. Да, Алекс? Алекс, что ты выбрал? Алекс шикует. Лобстеры. Лобстеры с макаронами. Мне кажется, там будет обрывки. Обрывки лобстера. Посмотрим. Кофеечек нам принесли. С утра очень нужно. Сахар есть, да. А Вове принесли горячий шоколад. Смотрите, сковородку принесли. А где лобстеры? А может, они внизу? Вот они. У меня вот такой завтрак. У Максима, смотрите, какой красивый бургер. С картошкой. Смотри, картошка, по-моему, с розмарином или с чем-то. Сейчас Вовчику еще принесут еду. Вова, тебе немного будет? А? Тебе немного, дорогой? Приятного аппетита. Мы так классно позавтракали. Сейчас все сходят в туалет и пойдем в музей классный. Вот в это кафе, в которое мы не пошли, до сих пор стоит очередь, представляете? Я не знаю, что там в нем такого особенного. А на улице-то распогодилось, солнышко появилось.
Алёша. Алёша поел, сразу ожил, да? Мы прям в даунтауне. Жалко, грязные окна у машины. Ну, она, короче, обмытая, но тут какая-то стройка. Прокатные велосипеды. Какой-то молл. Zara and H&M. О, смотри, наша California Pizza Kitchen. Мы сейчас едем в музей современного искусства. Называется The Broad. Какой-то необычный должен быть музей. Вау, ничего себе тут ездят. Тут, конечно, да. Вот так будет сниматься. Вам из окна. Да, это даунтаун Лос-Анджелеса. Ну вот там, где вот такие высокие здания, прям более-менее, да? А вот чуть где пониже, то там, конечно, разброд и шатание. Дети, смотрите на небоскребы. Вы их редко видите. Детям, да. Это банковский прям сектор, да. Не сектор, а район. Район. Дистрикт. Эрия. Все собрали. Вот видите, как по навигатору едем, потому что сюда не проецируется. Похоже, они... Похоже, они отключают CarPlay, потому что продают отдельно навигаторы в аренду. Он мне не сказал, а нет. Все правильно, правильно. Мы припарковались на музейной парковке. Я потом попробую вам показать музей снаружи, он тоже интересно выглядит. Кто будет? А, кстати, вот от этого Кейт Харинг, да. Его выставка, кстати говоря. Здесь тоже есть, на за отдельные деньги. А, вот, точно. Это выставка отдельная. Алекс здесь. Да. Вот, называется The Broad. Показать вам его снаружи? Ладно, я потом покажу. Да, вот здесь отдельная выставка. Но мы идем в сам, как бы, музей. Мы прям в машине забронировали билеты, потому что без билетов оказалось нельзя. Здание интересное, как-то криво построено, специально, наверное. Блоками, да, как будто, как контейнеры? Как будто, как кубики. Ага. Вот это здание тоже интересное. The Colburn School. Наверное, это какая-то школа искусств. О, смотри, какой тут потолок. Как пещеры. А, давайте скачаем. Посмотрим, куда нам ехать. Смотри, какая длинная. Длинный какой элеватор. Вообще реально как в пещеру. Вот он вот такой вот снаружи, с такими дырочками. Ух ты! Смотри, какие здесь композиции. Это что такое? Цветы? Это такие цветы? Это цветы такие, да? Да. Смотрите, дети, практически как вы рисовали на стенах в детстве. Ты хочешь потрогать? Ну, ты вот здесь вот краешек потрогай. Да. Он хочет потрогать. Но ему интересно, из какого материала сделано.
А тут же должно быть написано, что это такое. Или не написано? Не написано? Ну, похоже на цветочки. Вот здесь вот есть надпись, вон там. Пойдемте почитаем. Написано «King» вверх ногами. Марк Брэдфорд. Коллаж. Helter Skelter. 2007 года. Производство. Вот оно, современное искусство. Смотри, Юр, вон там особенно, вон то черное. Вон там. А это кто-то как будто бы карандаш или ручку расписывал, да, такой? Да, там вот что-то есть. А, какие-то здания, да? Как будто архитектурные, да. Да, архитектурная, вот видишь? Вон лес, вон еще какие-то здания. Да, здания вообще на фоне. А здесь какой-то картины нет. А, со стразиками, да? А, там внутри что-то светится. Без названия называется. Смотри, картина называется «Без названия». Untitled. А это тоже без названия. Интересно. Классные какие картины. Мне вот эти нравятся. Что это такое крутится? Какой-то source code. Still no word. Это как будто бы какие-то сообщения, да? Да. Не знаю, это какие-то сообщения, видимо. Это прям, смотри, какие-то морские чудища. Excellentan. Тут и бумага, и пластилин, что ли. С пластилина вылеплено. Из металла? Печальное, да? Ого. Это да. Смотрите, какая экспозиция. Боже мой. Страшно. Это знаете что? Это сожжение африканской деревни. Ужас. Это пожар, да? Тоже какой-то, видишь? Окровавленное лицо. А, тут некоторые картины есть до этого. Кейт. Кейт Херинг. Сейчас пойдем мы в Big Furniture, вон она. О, это что, ребенок? Обалдеть. В поезде. В поезде почему-то. Давай посмотрим, что они хотели. Это ему так приснилось. Боже мой. А это что за кукла Вуду? А смотри, там ноты на фоне. Это и есть Вуду. Вот это более-менее позитивно. И то такие... 84-й год? Психодел, да? Смотрите, да... Вуду 86-й, вот смотрите, женщина из окна смотрит на нас. Старые картины, да? Вот оно, современное искусство, но при этом современное 80 каких-то годов. Лабиринт, наверное, что-то тут написано на этом лабиринте.
вообще, конечно, интересные композиции. А это что? Это какое-то занавешенное. Смотри, Вова, ты хочешь фотографироваться на фоне этой картины? You are a very special person. Говорит, я такую могу сам сделать. Посмотри, какие тут стулья со столом. Обалдеть. Какие они огромные, боже мой. Да, трогать только нельзя. А ты хотел потрогать их? Ну ты можешь чуть-чуть прикоснуться? Юра хочет под столом пройти. Давай, проходи. И ты тоже, и Юра хочет. Они пошли под стол, Вова. Тебе не нравится никакое это и такое искусство? Да. Смотри, какой ужас, да? Вова говорит, это не его. Пошли под стол. О, вот это прикольная картина. Тоже без названия. Почему они все без названий? Мне кажется, ты так тоже можешь нарисовать, Вова. Да? Можешь? Написано не для продажи. Да. Not for sale. Смотри, нарисовано прям тоже, как будто ребенком, да? Да, Вова там заходил. Он почти под стулья помещался, не то что под стол. Снова стали маленькими, да? Можно да, вообще. Пешком. Я говорю, вот такие картинки прям, как будто бы это. Ребенок рисовал. Да. Да, своеобразное. Написано «Глаза и яйца». О, это яишенка, смотри. Глазунья. Вова говорит, такое ощущение, как будто ни один взрослый не приложил к этому руку. Особенно смотри, вот здесь. Только не трогай. Да. Дети, говорит, как будто бы рисовали. Ну, вполне может быть. Тут же не написан возраст того, кто рисовал. Может быть, это и есть дети. Он что, 28 лет рисовал? Нет, 28 лет жил, может быть. А, два жил. Нарисовал 24 года. В 24 года? Там 20. Не, ну 23 года, 24, это же не дети. А вот что с ним случилось? Он всего 28 лет прожил. Тяжелая жизнь была у него. Видимо. Вот это да. Юр, ты хотел, помнишь, Вове на день рождения сделать собачку вот такую? Ты хотел вот такую собачку на день рождения Вове сделать? Какая-то из стали. Это так же, как те цветы, да? Это Майкл Джексон? Майкл Джексон, да. А это, смотри, супчик с претцелом. Тут что-то еще есть, кроме супчика. Look at the detail on the fingers. Да. It looks like it was just like copy and pasted from a photo. Нет, нарисовано, я думаю. Смотри, какой поезд. Из чего он сделан, интересно? Probably like silver. Ну, or из plastic. Какого-то металла, да, может быть, пластиковый. Foil? Может быть, да, фольга. Ты хочешь где-нибудь сфотаться? Нет. Нет? Нет. Смотри, какая картина. Happy Birthday называется. Oh. Какая-то пати for everybody.
и мужик на осле или на маленькой конешке, на пони. Что это? Это какие-то инструменты пыток. О, смотри, нога оторвалась. Не знаю, от какого-то человека. Кого-то его отрубили кусок. Ужас какой-то. Эти вот штуки, это из бронзы вот эти. Да, представляешь? Вот это все бронза. Из бронзы и еще покрашены. Слушайте, то это 53-го года картина. Какое-то интересное искусство, Нью-Йорк. О, смотри, все очень просто. Вот такие вот картины. Называется зеленое, синее и красное. Все, вот это название. Как тебе? А это просто Green Arrow. Да, посмотрим, как называется. Называется Green Angle. Это зеленый угол. Все. Давай посмотрим, как называется. Я думаю, тоже незамысловато. Да. Зеленое с синим. Просто blue and red. Синее это. Слишком сложно, у тебя трапезоиды еще. Ой, что это? Боже, все приклеено в крови. Асфальт. А. Да. Это какие-то названия. Угу. Что-то горит. Нормсла Сиенега. Какое? Да. Так и называется, босс. Птичка. Angry. Потому что она, видишь, уронила, да? Называется птичка. Птичка злая, потому что уронил. Злая. А просто злая, даже не птичка, да? Просто злая. Это кто? Это Энди Уорхол. Рисовал. А, это Энди Уорхол. Да. И вот это тоже вон там. Энди Уорхол. А, да, экспозиция Энди Уорхол. Это все Энди Уорхол. Не знаешь, Вова? Да, это все работа Энди Уорхол. Вот этот знаменитый супчик. Клэм чаудер суп. Ой, я даже не знала, что здесь у них тот же экспозиция есть. 63-й год. Смотри. Dead Stop. 58-й год. Посмотри на вот эту картину. Как тебе? Ой, это знаешь, это же, кстати говоря, перегородка такая расписанная. Да? 57-го года, представляете? Да. Вот такое оно, современное искусство. Вот смотри, вот такое тоже можно дома нарисовать, я думаю, да? Только надо большой надо холст иметь. Можно вдохновиться и нарисовать. Тут все в эту точечку. А, Рой Лихтенштейн. Вот эти все картины. И вот это тоже, это все, это Рой Лихтенштейн. Тут прямо смотри, авторские выставки, да, есть?
Картина называется «Извините, мне очень жаль». Ты расстроен? Тебя не впечатляет? Поп-арт. А, Рой Лихтенштейн, да? Родился в Нью-Йорке. Рой Лихтенштейн. Один из основателей американского поп-арт искусства. Родился в Нью-Йорке. Вырос во время Второй мировой войны. Вот так вот. Это из чего сделано? Из баночек, как будто. В общем, алюминий и медная проволока, которая скрепляет. Ага. Красная, говорит, скала. Вот такой этот спуск. Страшно. Смотри, у них там картины хранятся, да? Вот так вот. Они их периодически меняют. А это можно купить, да? Плюшевые эти. Вот эти мне доски нравятся. Классные. Это что, книга? А, это вот этого вот, который выставка, да, его? С его работами, да? Наверное. Сколько? 60 баксов. Вот, видишь, она внутри вот так выглядит. Да. А у тебя худи, какой у тебя худи его? Желтый? Или какой? В смысле? Я в нем пришел. А, вот тот, который белый. Ты что, не узнала чуваков, что ли, отсюда? Ну, узнала, но я как-то не сопоставила. Да. Прикольно. Там даже написано. Худи у него. О, боже. У меня же на рукаве тоже написано. Да, да, да. Смотрите, Мураками. Я читала его книжки. Это, наверное, про него. Книжка стоит $45. О, да. Вот, смотри, Максимыч. Вот здесь можно рисовать. Это, похоже, рюкзак. Ага. Это чехол? Да. На 13-й iPhone. 60 баксов. Обалдеть. Ну, видишь, потому что он с этим... Вот, видишь тоже? Смотри, какой. Ну, он зеркальный еще, смотри, там себе можно... Да, да, да. Зеркало. Да, 60 баксов. $60. Вообще... Конечно. О, боже, вот это да. Яйцо с приборами, а приборы металлические. Думала, пластиковые. Кепку можно взять. О, вот видите, я поднос искала. Вот поднос, пожалуйста. Смотри, Юр, я же, Юра, я чайную зону думала, как оформить. Смотри, это картина, которая там висит в музее. А это что такое? Просто записная. А, пойдемте посмотрим еще. Просто здесь есть, наверное, штуки, в которых можно рисовать Максима. Вот это вот все, вот это Кейт Харинг. Тоже $62 стоит чехол на iPhone. Вот есть на эти, на наушники, $38. Чехольчик тоже. Носки прикольные. Носки $20 стоят. Одни. Вот, можно купить, смотри, целую эту книгу Энди Ворхол. Это что, типа чехол какой-то? Нет, там внутри что-то есть. Это может сумочка вот такая сумочка. Хочешь купить Мерлин Монро? Когда спишь в самолете. А ты хочешь спать с Мерлин Монро? Почему в самолете? Ну за что это маска на глаза? Нет, это вот такая штука. Это шопер? Да, шопер. Что это? Это шопер, мне кажется. Вот такой. А, да. Хочешь быть Мерлин Монро? А это что такое? Это пазл. Пазл?
Это раскраска, да? Можно самому раскрасить по-своему картинки Энди Уорхола, да. Смотри, по-русски написано. О, ничего себе, сделано. Обезьян. Вообще. Кто? Вот этот Кейт? Да. Кейт Харинг. Трагически погиб? Когда? Не знаю, в 31 год. На космосе, по-моему, там, наверное, написано годы жизни его. Это шахматы такие? А вот кубики. Ты видел, какие шахматы? Какие очки? Вот так вот здание выглядит. Очень необычное. Собственно, как снаружи, так и внутри, да, Юра? Очень все необычное. Народу много. Смотри, какое здание. Да вообще, тут здания необычные, вот особенно вот в этом районе. Кафешка, наверное, какая-нибудь. Жара начинается. На солнце вышли, да, 25 градусов. У нас кепки есть, кстати говоря, в багаже. Это ресторан. Называется Отиум. Ой, нет, подожди. Вот где-то вот мы выходили откуда-то. Вон там, наверное, где-нибудь. И вот до этого вообще выходили. Да, да, кстати говоря. И была вот трава. И была вот трава. Хочешь, я по видео посмотрю, где мы выходили?